Сигнал, принимаем, останавливаем. Остановись. Товарищ водитель, делаю предупредительный. Передергивай. Подожди. Давай. Останавливаемся, применяю огнестрельное оружие. Подожди, не торопись, здесь кочки. Смотри, как он только сразу останавливается. Давай. Попал? Да. Подожди, стой, не торопись. Сейчас на... Находясь на дежурстве на патрульной автомашине, двигаясь в сторону села Калышлей Аткарского района, заметили, как навстречу двигается автомашина Hyundai Accent, виляя со встречной полосы проезжей части на свою полосу. Было принято решение об остановке данного транспортного средства. Был сделан жест об остановке данного транспортного средства с помощью жезла, сигналом свистка и световой сигнализации патрульной автомашины. Но данный водитель проигнорировал данное требование об остановке транспортного средства и начал ускоряться и уезжать. Было принято решение о преследовании данного транспортного средства. Водитель игнорировал неоднократные требования остановиться, игнорировал и уходил от преследования. Петляя, играя, заходя в населенный пункт, заезжал, выезжая с него, создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Ходили пешеходы мимо. После того, как водитель выехал из населенного пункта, был произведен предупредительный выстрел об остановке транспортного средства. Но водитель все равно продолжал движение и ускорялся. После чего были произведены выстрелы по транспортному средству, в результате чего было повреждено транспортное средство, остановилось. Было остановлено на 6-м километре автодороги Аткарск-Петрова. На водителя был составлен протокол по статье 12.8, часть 1 Кодекса административных правонарушений, то есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как вот водитель себя при задержании вел? При задержании водителю, когда подошли, начали представляться и разъяснять цель его, он начал размахивать руками и ругаться нецензурной бранью. Спасибо.
Hey, you.